Сергею Сотникову 31 год и уже десятки ролей в театре и в кино. Актер, чье лицо появляется то в комедийном сериале, то на сцене столичного театра, впервые вышел на сцену в Курске в театре юного зрителя. Я пришел в ТЮЗ, по-моему, в 98 году. Я не помню, что я читал. Я только помню Селиванова с огромной гривой такого льва. Вот. Это удивительный, конечно, человек, который не меняется. Друзья, спектакли, занятия. Такое романтическое, счастливое, прекрасное время. И как-то я тогда понял совершенно точно, что я хочу заниматься этой профессией. Понял, что это не просто веселое какое-то времяпрепровождение, а что это какое-то, ну, это профессия, этим нужно заниматься, здесь нужно работать. Вот. Понял, что я люблю работать, мне это интересно. Как большинство известных артистов, с первого раза в театральный вуз в Москве не поступил, зато через год взял реванш. Как драматический актер прошел испытание в МХАТ, как артист оперы поступил в ГИТИС. Вокалом давно занимаюсь, очень много пою, люблю петь, и вокалом разным занимаюсь, и исследую, и народным вокалом, и академическим. Конечно, академический вокал – это для меня как какая-то верхняя планка, куда я стремлюсь. Вот. Но пока я решил для себя, что лучше быть хорошо поющим драматическим артистом, чем не очень хорошо поющим оперным артистом. Роль Леля в первой дипломной работе «Страна любви» по произведению Островского «Снегурочка» Сергей называет подарком, потому что мало таких ролей, где есть возможность петь столько красивых песен. Тут и вокальные данные помогли юному актеру раскрыться. После окончания курса у Константина Райкина в МХАТе Сотников начал работать в «Сатириконе». Там его можно увидеть, например, в спектакле «Маленькие трагедии Пушкина». Он получил роль Сальери, которую когда-то уже играл. Так было удивительно как бы понять, что я знаю весь текст, что я помню весь текст, до сих пор весь текст. И что, в принципе, разбор, тот разбор, который мы делали здесь, в ТЮЗе, он такой же и как бы очень похож на тот разбор, который происходил там у нас в Сатириконе. И такое, для меня это была такая перекличка времен, это было так здорово. Так что вот Пушкин тоже как-то меня ведет по жизни. «Синее чудовище», «Дурочка», «Макбет», «Ричард III», «Кухня», «Адъютанты любви», «Танки грязи не боятся». Список спектаклей и киноработ с участием Сергея Сотникова растет. В ролях артист не путается, ведь его герои, признается он, это каждый раз новое открытие. Сначала их люблю, потом их ненавижу, начинаю с ними спорить, внутренне конфликтовать, и потом, ну, собственно, наверное, как часто бывает с любимыми людьми, мы сходимся, ну, как притирка такая происходит сложная. Сергей не отказывается в том числе от небольших ролей. По его мнению, намного важнее, чтобы персонаж был интересным. Пусть звучит банально, говорит Сергей, но не существует маленьких ролей, есть только маленькие артисты. Всегда необходимо работать над собой. Мы смотрим картинку, мы смотрим кино, нам кажется, что это какое-то невероятное, искрометное такое бурлеск, а на самом деле это такая история долгая, мучительная, сложная. Вот. И самое главное, конечно, в кино – это умение ждать. По 3, по 4 часа выход на площадку, по 5, иногда целый день ты сидишь, ждешь выхода на площадку и так далее, и так далее. Ну, в любом случае, кино – это всегда интересно, это возможность встретиться с какими-то новыми людьми, побывать в новых местах. Сейчас Сергей снимается в «Тихом Доне» у Сергея Урсулюка. По задумке режиссера артисты должны сами выполнять все трюки. Например, сами скакать на лошадях. Поэтому перед началом съемок у Сергея была очень серьезная подготовка. Занимался верховой ездой. По словам актера, ему досталось это в меньшей степени, потому что он в картине играет дворянина. Главной задачей все-таки было не освоить конный спорт, а каким-то образом приблизиться просто к естественному существованию на лошади, потому что люди, которые с детства сидят на лошади, которые буквально живут на ней, они, конечно, по-другому смотрят, по-другому общаются с этими животными. Сергею так понравилось скакать верхом, что теперь это стало его хобби. Он усвоил правило: либо ты управляешь лошадью, либо она тобой управляет и едет туда, куда ей нужно, а не туда, куда ты ее ведешь. Конечно, это какой-то контакт с животным, потом это удивительные какие-то совершенно существа, лошади. Даже сложно сказать, насколько они как-то вот
ну, лечит, наверное, тебя все-таки. Да? Какие-то все твои проблемы уходят, когда ты садишься на лошадь, все заботы, только ты, конь и вперед в поле. Кроме нового увлечения, актер занимается дизайном, рисует, фотографирует. Ему хочется понимать, что происходит вокруг. Счастье внутри нас, а не вне. Да? Счастье не в каких-то обстоятельствах, счастье в твоем отношении к этим обстоятельствам. Не важно, что происходит вокруг тебя, важно, как ты к этому относишься. Мне так кажется. Вот, поэтому счастлив ты или нет, зависит только от тебя. Что касается успеха, то он, по мнению актера, в работе. Кто работает, тот и успешен.